Неудержимая стихия. Калифорния охвачена лесными пожарами. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Стихия затронула 8 округов. Губернатор штата объявил в них режим чрезвычайного положения. Огнем уничтожено более 1500 домов и промышленных зданий. Пожары унесли жизни 10 человек. Число пострадавших и пропавших без вести уточняется.